Всем привет! В этом видеоуроке я покажу вам, как отключить автообновление Windows 10. Начнем с первого способа, через службы. Нажимаем сочетание клавиш Windows R и в появившемся окне пишем следующее значение. Его вы сможете найти ниже данного видеоурока. Нажимаю на кнопку «OK». После этого в появившемся окне мне необходимо пролистать в самый низ и найти пункт «Центр обновления Windows». И здесь у меня уже обновления отключены, поэтому тип запуска у вас также здесь должна стоять «Отключена». И после чего вы должны нажать на кнопку «Остановить», после чего нажимаем на кнопку «Применить» и нажимаем на кнопку «OK». Если же этот способ вам не помог и обновления все равно у вас присутствуют, вам необходимо нажать также на клавишу Windows R. Здесь вам также необходимо ввести следующее значение. Его вы также найдете в описании к ролику, после чего нажимаю на клавишу Enter или нажимаю на кнопку OK. И здесь, так, давайте открою на весь экран. Тут немножко увеличу. Здесь в конфигурации компьютера вам необходимо перейти в папку «Административные шаблоны», нажав на нее двойным щелчком левой клавиши мыши, после чего «Компоненты Windows» и листаю в самый низ, так как здесь все расположено по алфавиту, и нахожу «Центр обновления Windows», нажимая на нее также два раза. Здесь справа мне необходимо найти «Настройка автоматического обновления», нажимая на нее также два раза. И здесь ставлю галочку в пункте «Отключено», нажимаю на кнопку «Применить» и нажимаю на кнопку «OK». А на этом мой видеоурок подошел к концу. Если он был для вас полезен, не забывайте им делиться со своими родственниками и друзьями. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых и интересных видеоуроках. До новых встреч!